И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же на операции. И сегодня, я думаю, мы пойдем за элементом. Захотел я, в общем, окунуться в тег, не только генератор. Да, я сначала подумал, типа, тег, на чем мне от тега нужен генератор, а потом... А броня? А винтовка, к примеру. Ну, как бы дофига чего можно сделать из тег, поэтому. Да. Пора туда сгонять. Пойдем. Я около входа в пещеру поставлю этот телепорт. Сначала сходим туда, там поближе, потом сходим туда. Все выхода осмотрим, что как где. И постараемся не сдохнуть. Сделал потрошки для пистолета. Ну, почему бы нет, пускай будет. Урон вполне нормальный, и все хорошо. Появилась вот такая вот штука, потому что здесь у меня подъем наверх. То есть так, берем, заезжаем. Честно, намучился я с этим подъемом. Я очень часто багаюсь в текстуру, то есть багался. Теперь не багаюсь. Вот. И здесь уже. Оп! Поднимаемся наверх. Для чего мне это нужно? Да черт его знает. Я захотел подняться, чтобы у меня был подъем сюда наверх. Вот, поэтому у меня теперь есть подъем сюда наверх. По крайней мере, отсюда легче будет взять и полететь куда-либо. Туда, кстати, спуск нормальный есть, адекватный. Он же подъем... Честно, не знал. И только когда уже стал осматриваться по территории, такой смотрю, о, а там есть нормальный подъем. Ну, я все равно сюда наверх забирался с помощью крюков. Погнали. Погнали. Что у нас есть? Зиплайн, это все у меня есть. Да, я не пользуюсь телепортом, потому что, ну, типа, камон. Да, я мог, наверное, поставить телепорт, но у меня же теперь есть зиплайны. И честно, я много где мог бы не использовать телепорты ранее, если бы я мог раньше использовать зиплайны. Кстати, свечащие палочки. Ну-ка, давай вниз! Давай. А, нет, стоп, светящиеся палочки — это говно. Я их попутал с аккумуляторами. Ну, а подожди-ка, а аккумулятор? Ну, почти угадал. А, нет, тебя же сжигает. Говно, короче. Вот так я рассказал, что требуется на аккумуляторе. Классно. Ну, в любом случае, тоже пригодятся, мало ли что, где куда. Так, да, я поставлю здесь и телепорт, и будет у меня вход на зиплайне. Я думаю, это будет и то нужное, пригодится, и все в таком духе. По крайней мере, я надеюсь, что я сейчас поставлю нормальный зиплайн, потому что это просто проблема вечная с установкой его. Точнее, с его установкой. Так, а зиплайн можно закрепить. Эх, чуть не упал. А здесь грибы, а здесь беда. Ну вот здесь, наверное. Сначала подумал закрепить на стенку, но какая разница, я же все равно запрыгиваю. Поэтому делаем так. И только вот так. Ну-ка. Вот, кстати, про что я говорю, я постоянно багаюсь. Во, сейчас легче получилось. Ну-ка, может, получится показать. Во! А с фундаментами я постоянно багаюсь. То есть здесь он меня выкидывает, то есть из земли. А... Кстати, отключено. Прикольно. А с фундаментом я постоянно в него багаюсь. И это ужасно отвратительно плохо. Кстати, по идее, здесь тоже подъем такой будет дебелёхонький. Кстати... Во! А теперь могу тпхаться к терминалам, потому что там не жопа. Да, здесь я помню, тоже делал. О, господи. У меня такие флешбеки ядреные. Вспоминаю, что я здесь вообще делал и как. У меня здесь тоже была такая ядреная постройка. Ох, прям. А. Слышь! Вот ж гнида, а! Блюдок ты лысый.
Пошел в жопу! Так, и нужно поставить стендинг торч. Я убрал. Я выложил стендинг торч. Сейчас я. Вот так. Для чего я ставлю всегда торчи около этого? Ну, чтоб я потом не искал, где тут у меня стоит в подъем, скажем так. Так, отлично. Ну, в любом случае, я сюда забираюсь, это хорошо. Здесь я ставил... Слушайте, такое ощущение, как будто я играл на PvP-сервере. Потому что здесь я ставил какую-то фигню и типа... Или что там было? Временное PvP, не знаю. Ну-ка, а там о чем? А, не показывай, да? Отлично! О, здесь я делал ядреный просто спуск вниз через рампы металлические. О, да, по-другому, слушай, я не знаю, как все забираться. И вроде бы здесь вроде бы... Или здесь поджаривает. Блин, хоть рассвет, дожидайся. Но, слушай, вот подъем с помощью рамп, это мне сейчас, по ходу дела, пригодится. Пойду-ка я за инструментами. Не знаю, металлические или каменные буду делать, но, по ходу дела, мне нужно будет сюда обязательно ставить рампу. Потому что я помню, тогда я делал все из металла. Но точно я могу сказать, что драпать оттуда мне приходилось нередко. Кстати, световую пушку надо сделать. Короче, на базу. Решил дождаться рассвета. И типа проверить, где здесь поджигает, где нет. Решил добыть соль, а добываю кератин. Я просто привык, что обычно с костей дропается соль. А тут кератин. Клёво. Но мало. Так, ну-ка. Все еще могу. Отлично, еще подождем. О, пошло жарево. Как мне помнится, вот там внизу. Практически до самого конца идет жарево. А здесь нет, потому что я помню, я строил кибитку свою вот здесь, в то временку кибитку. И в целом ожидание было долго, но продуктивное. И, кстати, добывается киркой кератин намного хуже, примерно в 1.5-2 раза, нежели топором. Но это так, общий факт. Ну-ка, ну да. Потому что паром я либо 80, либо 100 добываю. А здесь как бы... Ну вот, сами видели, это максимум 51 было. Или сколько там, ну, 50 с лишним. Ну, в общем, короче, я вижу где. Так что здесь я могу спокойно ставить телепорт. Чтобы, если что, сюда быстро добираться. Можно было, блин... Ненавижу, когда вот так остается. Ой. И переименовать его выход. Ну, почти угадал. Выход. Один. Пускай будет выход один. Так, а теперь на базу сделать световую пушку бы. Кстати, световая пушка. Ох, сколько требует она сжиженного газа. А сжиженный газ далеко стоит. От моей базы. Он просто так не регенится. Я играю на локалке. Да. Он просто так не регенится. Ох, жиженного газа. Сколько... Ну, кстати, красный самоцвет не зря лутал. Ох, сколько жиженного газа надо. Твою мать, светомет. По ходу дела без него обойдемся. Просто сделаем рампочки и спуск вниз. Окей. И, кстати, почему-то я могу телепортироваться сейчас. Я не знаю... Почему иногда можно телепортироваться, иногда нельзя. Но сейчас там полная жопа, а я могу телепортироваться. О, что так, что так. Что то говно. Ну ладно, дом так дом. Дом так дом. Сейчас вернемся. Или прогружается база все-таки. Точнее, база прогружает. Не понимаю. Но, по крайней мере, пока я летал в прошлой серии туда-сюда, здесь газа добыло из десятка. А сейчас, о, 300. А по факту я все в это время тусовался, типа, ну вот это вот все строил, подъемы наверх. То есть в эту сторону я вообще не подходил. Не понимаю, как это работает вообще. Ну, да ладно, что, зато практически нас светомет накопили. Практически, но не накопили. А что я там делал? А, я пошел за эти. Просто решил за газом... просмотреть, что там, да как там с ним. Но
это хорошо, если погружается, то это хорошо. Все-таки здесь не зря поставил. Вообще, зачем я хотел поставить около, прям в упор хотел построить такой фигне, но, ну да ладно. Так, рампы готовы. Стеночки, а, ну вот единственное, что не готово, это... Вот эта штука не готова. Это единственное, что не готово, потому что мне нужно сделать будет одно дело там. Газ скидываем сюда. Ну и чё, пока светло, сгоняем до другой точки. Почему бы, как говорится, и нет. Так вот, грибочки скину. Как не понимаю, как можно вот такой высокотехнологический, точнее, вот такой высокотехнологический предмет, возможно, сделать на верстаке. Вот где здесь что-то, с чем можно сделать аккумулятор. Не понимаю. Ну, да бог с ним. А для чего их сделал? Ну, пригодятся. Во-первых, это же, если не ошибаюсь, патроны, можно так сказать, для светомета, по идее. Ну и в целом аккумуляторы, они много для чего нужны. Такс. Ну, а так по пути будут светлячки, буду заряжать их. Кстати, а сколько в них зарядов всего? Всего 500? Да каждый светлячок по 500 хранит. Так, давай еще сделаем. О, красота. 10 аккумулятор будет. Да, пускай будет, какая разница. Вес же у вас там... Ой, вообще вес копейки. 3 кг вообще, наверное, заняло. Так, ну что. Наверх подняться. И уже оттуда вон. Полетим. Даль. В целом. А чё в целом? А в целом-то вы знаете, где этот подъем. И сейчас, я думаю, оттуда лучше будет включиться. Ну, типа здесь пути еще минут 5. Мы и так летали на одной из серий по карте просто так. Ну, зачем еще раз лететь? Даже? Ах, ну как много мешанек, ну прям вообще, они везде. Прям вот игра и говорит, ну притоми ты мишку. Ну они все маленького левла. Вот я себя этим успокаиваю. Я бы притомил, но они все маленького левла. Ну-ка дай сюда. Yes. Сюда, вот, отлично, красава. Один фул заряженный. Классно. А где еще один? Вот, стоять. Еп! Ну-ка, стой! Стой, тебе говорю, тогда сюда! Ах ты ж собака! Ну ладно, собака, жук. Тебе говорю, кому говорят, тогда сюда? Это сюда! А что ты вот это вот... Деревья за тебя рубить приходится! Тогда сюда! Тогда... Фу на тебе! Ну ладно, один зарядили, на том хорошо. Я забыл, что они сыкают сразу же после того, как хотя бы одного зацепишь. Ну, а я лечу дальше. Лечу. Да, лечу. Опачки. Опустошитель мужского пола. И тоже 116 левел. А, грибы, мать вашу. Пошли в жопу. Такс. Надо запомнить это место. Блин. Так. Я знаю, что сейчас сделаю. Я поставлю здесь телепорт. Не-не-не-не-не. Переименовать. В опустошитель. Прикиньте, самец 116 левла. И еще и забаганный стоит там, типа такой это. Ну, мне пофигу на все. Классно. Сейчас наблюдал такую картину, как кротокрыс 120 левела завалил каркинуса. Не, по-моему, просто грех будет пройти мимо и не залутать. Прикольно. И, кстати, теперь будет фиолетовая. Классно. Ну, я и так знаю, что их можно красить, но, блин, теперь она легально фиолетовая.
Кстати, чтобы стать элементом же нужно заряжать тебя. А, ты сам заряжаешься на 5000. Это личненько. Ай, сколько же мне возни предстоит. О, прикольно, заспавнился в воздухе. Да, кстати, я каркинусов не вижу большого левела. То есть они все вот такого левела дрищ. Не понимаю, с чем это связано, но... Ну, с другой стороны, у меня это мощный не нужен. Я его так просто притомлю для коллекции. Но, блин, не хотелось бы, к примеру, томить 4-го левела. Зато, с другой стороны, убивать их легко. А это означает легкие ресурсы. Ах, классно. А тем временем, вот то самое место, куда я бежал. Да, то самое место, где я хотел построить базу. Так, так, так. О, я успел. Я вовремя сажал эти долбанные грибочки, и я не траванулся. Так, это явно не тропинка, да? Давай, мочи его, козла, давай! Давай, вот это. Я тебе помог, как смог. Блин, я ненавижу пистолеты, я с них стреляю дерьмово. Ну, он просто мощный, я и решил, что его тоже надо взять, почему бы нет. Лишним оружкой не бывает. Бежим! Мне надо куда-то наверх собраться. Я не туда, оказывается, свернул. Я просто пока извоевал с опустошителем и так далее, я решил посмотреть на карту. Я не туда свернул, мне туда надо было. Дальше. Кстати, здесь тоже где-то недалеко есть выход, если не ошибаюсь. Ну, я не в это место хотел! Мне туда надо дальше. Ну ладно, здесь вдоль воды хотя бы бежать. Там просто пока вдоль реки бежишь, запутаться просто изи-бризи. Ну а тут уже легче, вдоль воды бежишь, главное не сдохнуть, и все будет хорошо. Можно и в воде, но... Ну, камон, в воде сдохнуть шансов 1 000 000 раз больше, нежели на суше. Да, думаю, забраться сейчас где-нибудь повыше и уже полететь. Хотя... 8-й левел... Ну, мне ресурсы пока не нужны. Слушай, а здесь глубоко. Я просто смотрю, насколько они на дне вот эти каркинусы тусуются. И прям реально глубоко здесь. Клево. Ну, а я прибыл на то место, которое вы прекрасно помните, если смотрели серию, где я путешествовал по карте. Да, еще в это место не запомните. Здесь пытался построиться. Точнее, хотел построиться, потом понял, что насколько это место говно. Ну, потому что здесь это... Даресов далеко. Место кайфовое, но... С ресами тут рамс. А что поделаешь? Ну, нет идеальных мест, такие, чтобы и все было хорошо, и все было хорошо. Икс. Ну а теперь опять опустошителей убивать, да? Еп, ты видишь за ногу. Ой, да какой-то 92-й левел. Я не хочу с вами связываться, пошли в жопу. Задолбали они меня. Ну, поскольку можно их уже убивать. Полетели. Да ты серьезно? Мишаня, 96-й левел. Не, это не топовый левел, я не. Ой, блин. Игра так и заставляет меня притомить. Пошли в жопу! Пошли в жопу, ублюдки! Нети! Твари! Ушастые. Может, не ушастые, я не знаю, но в общем твари это однозначно. О, братва! Ну! Эх! Игра, не лагай, мать твою! Ой-ой-ой-ой-ой! Ты посмотри-ка, что творится! О, да ты серьезно, что ли? Еще шкры у меня не раскрывались. Это не есть гуд! Пошел в жопу! Я тебя замочу! Жгуры не умеют с пистолета стрелять. И дробаш поудобнее все-таки в этом плане, что уметь и мозги сразу же в хламину. Все-таки приперся 92-й левел. Все-таки пришлось его заваливать. Пошли нафиг! Нафиг! Такс. Ужасно. Стоять! А чё?
Я чё, зря на тебя триггерился? Отлично. Ни дня без запека. Ну, что поделаешь, карта такая хорошая. А что у нас по патронам? По патронам всё жопа, но я почти добрался, это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чистил эту землю. Отдай. Отдай свое электричество. Лично. Мне нужен твой заряд. И пошли в жопу. Короче, все, погнали отсюда, нафиг, все, хватит. Уже вот это вот блуждать где-то там, непонятно, что где там. Так. Сейчас бы еще только вспомнить, где точно этот вход. Либо справа, либо слева. И вообще будет прекрасно. Слышь, ну ты-то что тоже вот начинаешь тут? Отлично. Начали мне тут, а? Посмотрите-ка на них. Всех! Пошел нафиг! Ну, замечательно. Вы мне бронь поломаете, вы это понимаете? Как в вестерне прям. Нифига себе, они мне как броняку поломали. Ладно, я уже не первый день тут играю. И знаю, что это жопа может еще та редкостная начаться. Я думаю, тканевая мне пригодится когда-нибудь. Кошмар. Кошмар. Так, нужно пожрать, во-первых. Вы серьезно? Слушай, может мне не сюда надо, а? Просто видишь вот эти вот камешки? Такое ощущение, как будто нам показывают, куда мне нужно идти. Мне, наверное, не сюда. Пошли отсюда. Светлячок. Слушай, ведь реально мне не туда надо было. Обалдеть. Последняя стычка, короче, была просто впустую, я бы так сказал. Эх, какие вы там мощненькие все. Мне вот сюда нужно было. То есть повернуть направо. Видишь, теперь это не куда-то налево. Шучу, конечно, но все равно, блин. Твою мать! Здесь радиация? Ты серьезно? Так, ладно, тогда плашку телепорт поставим здесь. Еп. Так. Если не ошибаюсь. Выход. Да вам? Выход. Выход! Понимаешь? Если не ошибаюсь, там еще эти. Козлы, короче, мелкие появляются. Галлюцинация, мать твою! Ой, добрый вечер! Это на меня первый раз не бабахнуло из-за того, что я это был. Под грибами еще, да? Грибы закончились! Грибы! Закончились, блин. Так, грибов собрал. Давай вот этот гриб сожрем. Он тоже какой-то щит дает. И сытных сожрем. Не знаю, может, что поможет. Не, ничего не помогло, но да и бог с ним. Я хочу посмотреть, что там. Так, включаем, потому что что-то здесь темновато становится уже. И здесь эти безымянные, да. Вот они сейчас тут будут появляться. Я думаю, они у меня уже за спиной, но нет, пока что еще нет. Кстати, вот это вроде бы металл, но это не точно. Проверять пока не хочу. Выход вон там. И здесь где-то уже начнут видеться пламя. Собственно, где пламя, туда лучше не идти, там... Да, вон выход. И вот здесь сейчас начнет видеться пламя. Но я пока что туда не хочу идти. А вот проверить, металл ты это или нет? Да, это металл, правильно. Это нужно было. Честно, выходить пока здесь я не хочу. Я хочу все-таки... Блин, ну потому что здесь такой выход. О, кстати, а здесь-то не бьет. Вот же говно. А вот там бьет. Там просто такое место, видать, дебильное. Надо было плашку телепорта здесь ставить. Вот эти вот светлячки, по ходу дела... Там, где они, там жопа. Ну-ка. Ну да, там, где светлячки, там жопа. Но в любом случае, здесь эти козлы не спавнятся, а там
раньше, по крайней мере, я на них нарывался. Короче, возвращаемся к выходу 2, потому что уже темнеет, и скоро будем строить, короче, все это. Так, синий, ну, рядом. А здесь вообще прям далеко. А здесь выход, нифига себе, здесь как далеко до обелиска. А здесь прям вообще в упор. Так, ладно. Не, мне нужен домой. Так. И что у нас здесь? О! А у нас здесь все отлично. Да, я взял амподога. Починил все шмотки. И сейчас... так, давай-ка я сделаю экстренный подъем. На всякий случай. Экстренный подъем. Ну да, о чем? Так забабахаем, какая разница. Сделаем туда. И... И давай сюда. Пофигу. Самое главное, чтобы он... чтобы я мог по нему забираться. Могу? Могу. Отлично. Первый раз что-то сорвался, непонятная какая-то фигня была. Но это хорошо. Там дальше уже начинается жопа. Страшная, некрасивая жопа. Поэтому... Да, что-то я со стенкой там, конечно, маханул, но да бог с ним. Так. Единственное, что... А, слушай, да, сейчас сделаем по-другому. Сейчас сделаем, поставим стенку. Кто-то переборщил за стенку. Мне она казалась намного выше. Но, благо, я взял другие стенки тоже. Реально она мне раньше казалась намного выше. Я, короче, слишком тут набабахал. Так. Отлично. Да чтоб тебя, ублюдочная тварь. Ненавижу, когда вот так вот остается строительный предмет в в активе. И ты типа вообще ничего не можешь сделать. Ни на Е нажать, ни шмотки поменять. Так. И... Отличненько. А теперь остается только установить рампампульки. Да. Да. Кстати. Здесь было сейчас только что землетрясение. Я только спустился вниз, и землетрясения не было. Я задумался. Пока я там тусовался внизу, землетрясения вообще не было. Интересно, это связано сейчас было или нет? Или просто такой долгий период был без землетрясов? Ой, да ладно, уже светает. Нифига себе, вот сходил погулять, называется. Уйди, вот, пожалуйста, спасибо. Фу, блин, все, короче. Вот такой я решил сделать проход. Ну, чтоб, что ж, наверняка. Вот, потому что, я не знаю, мне прям сыкотно. Я вспоминаю, что там должно быть дальше, и мне от этого сыкотно. А еще если лампадок что-то там захрюкал, я перекапался. А, кошмар. Я не знаю, что с этими стенами делать, поэтому давай поставим их сюда. Вот, как-то так. Или не светает там, слушай, я что-то не понимаю в итоге, там светает или нет. Так, ну здесь-то не важно. Здесь тоже поставим на всякий случай. Ну, а вдруг поможет мне когда-нибудь в этой жизни. И поставим где-нибудь здесь. Страшно! Иди в шопу! Для чего я его сюда поставил? А посмотреть, там ломается или нет? Там, потому что, насколько я помню, огнем там все ломается. Где? Так, стоять. У меня дробаш на слоте убранный. Точнее, со слотом. Мне нужен элемент. Мне нужен, мать его, за ногу элемент. И вот здесь, насколько мне помнится, лутать его немножечко сложнее. Он немножечко дальше вроде бы как. Потому что вот это точно не элемент. Это металл. Вот, элемент, он и выглядит элементарно. Простите. Ну, то есть он такой
фиолетовенький, что ли. И у меня больше вопрос к моему лампадогу. А что там у него с этим? С зарядами? Много, немного? Братка лампадошка, что там у тебя с зарядами? Давай повыше заберемся. Слушайте, когда я играл на сервере, мне казалось, что здесь ночи как-то подлиннее. Как будто бы подлиннее. Может, мне так казалось. Не, ну станция заряда, конечно, тут вообще стоит красиво. Ага, сейчас вот сюда пришел элемент. Хотя, с другой стороны, как долго она заполняется лепездричеством, тут как бы и сюда придешь сделать элемент этот. А, элемент. Страшно? Страшно, да, ужас. Но, опять-таки же, бегая по краю, я смогу, если что, спрыгнуть и улететь туда. Обратно. Так, вот сикеры, да, они козлы, по ходу дела, от света хиляются. Козлы. Козлы. И я не вижу здесь элементов. И пожрать тебе надо. Где вода? Вот вода. Отлично. Я не знаю, мне так страшно, поэтому я делаю всякую хрень. Так, в целом, конечно, да, на Дрейке было бы здесь полегче. Он лазит и по стенам лазит, и летает, короче, прям вообще огонь. Не Дина, а просто сказка-пушка. Знаете что, наверное, я все-таки пойду к другому выходу и там забабахаюсь. Там забабахаюсь, то бишь залезу наверх. Лучше там. Потому что, как мне помнится, здесь он был поближе. А, лампадога, сорян, лампадожа. Вот, я же еще под грибами до сих пор. Вот опять побежал, я помню, что будет дамажить, но я побежал, забыв, что нужно сажать грибы. Просто повезло из-за того, что у меня уже было сажено грибы. Здесь одна проблема. Здесь забираться прям очень далеко так. Эти у меня рабочие. Успею, не успею. Что-то там буря так поднимается, как будто я не успею. Но в целом там начнет светать и пламя начнет появляться. И я сдохну не сразу. Все, что я могу сказать в этом плане. И, кстати, самая тупость, когда летаешь, ты не можешь ни жрать, ни пить. И я не понимаю, в чем прикол. У тебя руки типа не заняты, хотя бы тогда сделали анимацию, что он за чем-нибудь держится. Руки не заняты, жрать не можешь, пить не можешь. Ну что за фигня? Чисто летел, сдох с голоду. Что? Там что-то есть? Или нет? Мне страшно! Ну, по заметкам, здесь один этот... Один чувак не добежал. Он просто помер. Ну да, живые здесь... Живыми бегают здесь только искатели. Ох... Элемент где-то вот там. Он прям близко здесь, насколько я помню. Вся проблема в риперах. Они могут сделать меня рипом. Ой, да в жопу, короче, все. Уа-ху! Пошли в жопу! Мне не так-то уж и нужен был элемент! Что-то, короче, очково. Нифига, он просто заспамился в том месте, куда мне нужно было идти. Ой, беда, бедовошная. Ладно, погнали в другое место, попробуем еще там глянуть. Все-таки в жопу. Пистолет? Вот реально. Я с дробаша, подпустив вот этих уродов к себе, ваншотаю. Причем
практически всех, потому что они дешевого левела. И то есть как бы в шопы. Я пистолетом больше не рол себе трачу. Просто, к примеру, по рапторам у меня по 200 дамажил рабаш с пули. Ну, в голову, конечно, было дело, но все же. Ишь ты, бегут, блин, куда-то. А чё, второго тоже завалил? Ой, да я красава. Хе-хе-хе. Практически сразу настал день, а я прерываюсь просто с боем. Чё-то хищников здесь дофига. Причем где я дохожу, хищников практически нету. И я не знаю, как это работает. Ты сейчас опять будешь повторять тот же самый текст? Опять ты! Ах ты ж собака, еще и заряженный нужен. 8 заряженных. Ох, это беда, это беда. Все остальные ресы есть, остается только элементную руду. И 8 заряженных аккумуляторов. Ну, один элемент я смогу состряпать. Но что-то мне подсказывает, я быстрее элементальной пылью добуду себе элемент, нежели... нежели так, как задумывалось здесь. Ужас. Ужас. Ну ладно, посмотрим, что когда где. Сначала надо хотя бы руду раздобыть. А я, походу, дело опять заблудился. Не заблудился. Все время бежал правильно, и вот он, этот третий выход. Он должен быть здесь. Собственно, по вот этим местам я его первый раз нашел, потом при облете карты нашел, и вот сейчас опять. Так, это просто место газа. Спускаемся вниз, желательно не помирев. Отлично. И да. Отдай свое. Досье карта газа. Так, здесь уже... Так, на всякий случай. Свет. Камера, мотор. Так. Ну, раз диносы бегают, значит здесь нормас все. А и по-другому просто бы сдохли. Ну, я бы не сказал, что так динос это динос, но все равно. И, кстати, да, я их всех убиваю, потому что мне нужен элемент, мне нужна электроника. Ой, мать ж божья. Я тебя с меганервой спутал. Ой, да ладно, мне что, эти закончились, что ли, пустые? А нет, есть. А, не залутал, отлично. Так. Это скала. А вот здесь я тушь понять не могу, а где здесь этот? Сильно далеко, короче, ходить не будем. Поставлю здесь телепорт. Как что тут ярко, а? Как что тут чертовски ярко, а? Ужас. Вот так хотя бы немножечко получше будет. Так, поставим здесь плашку телепорта. Переименуем. Выход. Почти угадал. Выход 3. Если не ошибаюсь, всего 3 выхода есть. Ах, как же ж ярко. Ужас. Если не ошибаюсь, всего 3 выхода есть, и поэтому... Так, ты еще не полный? Не полный. Поэтому другие выходы, понятное дело, искать я уже не буду. Их, потому что нету. Ждем ночи! Блин, серия уже затягивается, но я хочу просто, чтобы уже хотя бы одну элементальную руду я смог залутать сегодня. И показать, что да, я не стекло, я залутал. А пока... Вот их надо залутать. Блин, чего не открылось? Говорю, вас надо залутать! Иди сюда. Опачки! А! Это дробовик! Увидел, что... Ай, блин. Я подумал, помповый дробовик. А это простой дробовик. А видно. Да, вообще я шел вот к этому. Отравлен! Твою мать! В смысле? Это же газ. Я перед тем, как ставить свой газ, я это... Не отравливался. А!
Ну да, источник газа. Или, наверное, я попал в такой момент, и поэтому я не отравился. Ха-ха, прикол. И думаю, вроде бы от газа травишься. Думаю, мало ли, может, что изменили. Не, нифига, это я просто так... Тогда был везучий, а сейчас лошара. Ну, что поделаешь, бывает. Я все смотрю на процерок. Я ищу большого левела, чтобы мне можно было притомить этого... Крабика. Вот, и жду ночи, а ночь, ну, день только начался, а ночь долго длится, короче, все жопа полная, ай, нафиг, короче, ё-моё. Слушайте, какая-то фигня не травы. У меня аккумулятор весь пустой. Вот, на 8. Ну, можно так сказать, пустой. Но, подходя к любому светлячку, я его опустошаю электричеством, то есть его свет опустошаю, а аккумулятор не заполняется. Это что за бага? Сейчас покажу. Вот. Светлячок. 500 из 50. Это пустой. Опустошаем. И это уже где-то пятый. Она не заполнилась. Какого черта? Слушайте, если знаете, то напишите в комментариях, какого фига это. Тут как бы и так их добывать фигово. А тут еще и такая шляпа. А, короче, ладно, ждем. Может, жду, короче, поставить здесь ПФК. Дожду ночь. Я могу, конечно, команду прописать. Ладно, я просто не знаю, как здесь день-ночь работает. Лучше не буду, а то еще какую-нибудь фигню сделаю. Я не знаю, что это такое. Стрельнул просто так на обу. Она зацепилась туда за верх. И вот, видите, обелиск. Это тот самый легендарный подъем с этим с трейлера. Если фона сработает и не сломается, это, короче, будет что-то с чем-то. По идее, я пламени не вижу. И по идее, оно не должно сгореть. Как постройка. Ну, черт его знает. О, это будет что-то с чем-то. Реально, если я заберусь. Я открыл карту. Короче, я тут пока на этом смотрел что-то когда где. Ну, хотел открыть ресурсы. Нашел свой видос. Нашел. Причем, если ввести элементная руда, то мой видос первый в списке почему-то у меня оказался. Там 67 лайков, дизлайков было. И 67 лайков, и 67 дизлайков. Я поставил 48 лайк, я молодец. Сидел, короче, наверное, минут 20, я песню. Игра была на паузе, вот так вот. Я сидел минут 20, пытался найти песню, которая там играет. Я нашел, теперь я морально удовлетворен. Я кайфую, ну, минут, наверное, не 20, 10 точно я там, короче, сидел, вслушивался в эту песню. И черт побери, я там бегал на Дрейке. У меня уже был Дрейк к тому моменту. А еще я нашел, что, по идее, вот там внизу, в черноте, там тоже элементная руда находится. И да. Да, это было бы легче. Но я теперь хочу уже туда. И посмотрел по координатам, 25,5 на 60, почти 68. То есть, по факту, туда прямо идешь и сразу же элементную руду находишь. Это вот здесь самый легкий добыча элементной руды. Черт побери! Знал бы, сразу сюда попёрся бы. Ой, нафиг, лучше отойти отсюда, а то мало ли еще шатанет меня в пламя. Будет весело. Ой, вам, наверное, было сейчас очень-очень сильно плохо, да, глазам там ярко. Что-то я-то туплю. Я-то уже привык, я сколько там стоял, тусовался. А вам, наверное, резкий перепад еще был, к тому же. Да, сорян. Короче, скоро серия закончится, не переживайте, надеюсь. Ну, надеюсь, 50 минут-то не будет. Черт побери, упал! А, кстати, разбагал вот это вот, я просто передал заряд с полного на неполный, и тот зарядил. Все, то есть вот так я разбагал. О, металл добыл. Обакакался я чуть-чуть обакакался. Я пришел спуститься чуть вниз. Кстати, да, постройки не ломаются. И вот. Так, погоди. Сейчас. Лампа тоже. Там цел, жив, орел. Отлично, сова. Фу, живой. Сейчас пока. В смысле? Да твою мать! Я тут так перестрался жестко, меня так поджарило. Просто все архаря в огне и...
все, короче. Но зато, да, теперь точно могу сказать, от того, что я чуть-чуть поджарюсь, я не сдохну. Кстати, даже хп-то не отнялось. Погнали туда, к выходу номер 3. Терминал номер 3. Так. Где? А, во. Блин, что соседи там? Погоди. Могу? Мне страшно, да, ужаса. Ну, потому что еще светло, типа, а я уже куда-то лезу. Ты смотри! Я от балды кинул. Просто реально кинул от балды. А оно сработало! Так, свет. Свет не пойдет! Алло, я ж настраивал свет! На всякий случай. Так, и по координаткам поперли. Так, ну пламени нету. Слушай, ну по координатам элемент как будто где-то здесь. Ну это же не элементная руда. Она ж там, ну, это выглядит совсем по-другому. Это просто металл. Или ты типа добываешь, и там металл и добывается, и элемент добывается. Да нет, она же выглядела там как фиолетовый, как мне помнится. Ну давай добудем. Вот, металл. Я же говорю, металл. Так же, как и это, металл. Вот и верь после этого официальном вики, да? Ну, не знаю, насколько она официальная, но иностранная — это факт. И там карта ресурсов. И до этого она никогда мне не врала, а сейчас врет. Ну, хотя там было 24, вроде бы. Так, секунду. Гляну. Так, 25 и 4. 25 и 5 на 67 и 8. Так, погоди. Я чё-то потерялся. Туда? Студы. Надо срочно Дрейка. Следующая элементная руда находится далеко. Да чтоб тебя! Ну давай уже куда-нибудь туда. Так, еще раз. Так, 25, 5, 67 и 8. Вон там что ли где-то? Да, походу дело где-то наверху. Вот тебе и выйти только из этого. И будет тебе руда. Блин. В смысле, еще и наверху, что ли? Да вы... Вот игра надо мной явно издевается. То есть мне надо вот туда куда-то пробраться. Короче, пойдем к другому месту. Ну и в жопу. 69,2 на 23. Точнее, 23 на 69,2. Слушай, я даже не вижу. Чтобы хоть куда-то, знаешь, курс держать, нужно видеть, куда ты идешь. Ай, ну одно хорошо, я сикеров не вижу. Вот прям реально одно хорошо. Так, с этой я что там такое увидел? Это чё ли она? Да ёб твою ж за ногу, я просто кругаля вот здесь сделал, а не туда спустился. Етешки, псатешки. Ну вот здесь кругаля сделал, окей. Так.
Где моя большая лопата? Ну, наконец-то! Мать его за ногу. Я помню, что металл тоже здесь добывается. Лично! Лично! Всего-то! Я добыл сегодня элементальную руду. Сейчас сразу же попробую побольше налутать. Почему бы и нет? Чтобы уже больше сюда не выходить, только на Дрейке. Дрейк еще будет не скоро. Хотя, по идее, что не скоро, то мне, по идее, уже в следующей серии можно за Дрейком тусоваться. Вы перегружены! Классно! Классно! Оно что, так много весит? А чем я перегружен? Камнем. Так, браузер закрыть. В смысле, а чем я перегружен? Орион. Ну да, у меня тут постройки, камень, короче, я понял. Так, постройки, камень можно выкинуть, и вот перегрузки нету. Так, теперь бы найти выход. Ну или вход, я не знаю. Ой, это явно не тот инструмент, который мне нужен. Все еще страшно. Да, все еще очень страшно. Точно, это нефть. Я даже когда пересматривал свой видос, я почему, собственно, обратил на это внимание, я там чуть ли не кипятком писался от счастья, что я нашел нефть. Честно, я не помню, для чего она мне нужна была вообще в каком-то количестве. Но я буду верить себе из прошлого. И золотая нефть. Тем более, что да, ее как бы золотать не сильно таки уж и легко. Ее, по сути, там, я что-то и найти-то не могу нигде. Нефть, элементная руда, и все хорошо. Что-то я бегал медленно, без ускорения. О, крылья сложились. Ну-ка. Неужто даже никто и не заспавнился? Ну ты ж ты классно-то как, а? Вот это я понимаю. Повезло так повезло. Фортануло. Ого, прикол. На базу. Фух. Здорово. 633. 633 руды. Мне просто показалось 833. 633 руды, 630 нефти. Поход удался. Несмотря на то, что было долго, нуторно, страшно, но поход удался. Кстати, да, надо будет еще за опустошителем сгонять, но это уже сделал за кадром. Ну, че, господи, там притомить, седатив кинуть и этот... Я тут накинуть места. Вот такая вот фигня. Да уж, было весело, страшно, но мы выжили, мы справились с этим. Да, классно. Вот такие вот дела. Ну, а на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте, подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.